Жизнесплетение. В Карагандинском музее изобразительного искусства открылась выставка Хайнисы Мустафиной. Хайниса Мустафина – член Союза дизайнеров Казахстана, главный художник Темиртауского историко-краеведческого музея. В Карагандинском музее ИЗО открылась ее персональная выставка под названием «Жизнесплетение». В зале музея самобытные графические работы, воздушные портреты и нежные инсталляции. Если посмотреть на выставку, то здесь графическое, действительно такое очень виртуозное хитросплетение разных сюжетов на тему истории, на тему народных традиций. Очень много женского образа. И все они проникнуты какой-то особенной искренностью, душевностью, именно какой и является сама Хайниса Рахимжановна Мустафина. Художественный дар Хайниса Рахимжановна унаследовала от бабушки, народной мастерицы, которая делала ковры и вышивала национальными узорами одежду. Маленькая Хайниса же рисовала в тетрадях, книжках, на обрывках газет все, что видела. На выставке представлены работы, созданные за последние 5 лет. Около 50 графических картин и серия художественных инсталляций. Я сама, когда делала вот эту деревню, вот эту на дереве, я приложу деревяшечку, ну, хорошенькую, красивую, но это мне нравится, я ее... Приложу, не подходит, значит, на другое место. Ну, как в нашей жизни мозаика складывается же. А почему такая идея пришла? Потому что я по профессии театральный художник, макетчик, вот, обучалась этому. Поэтому я маленьких предметов, я знаю, что к чему. Ну, вот прямо вижу, что подходит, и мне нравится что-нибудь такое мастерить. Практически все работы можно будет приобрести для личных коллекций. Выставка продлится до 18 июля. Светлана Фарина, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-й канал.